В Одинцовском городском округе ведется одновременная реконструкция трех образовательных учреждений. После окончания ремонтных работ два детских сада откроются на базе бывшего клуба «Искатель» и здания начальной школы в Никольском и Лесногородском территориальных управлениях. Новый отремонтированный корпус получит также средняя школа номер 12 в Одинцово. По информации заместителя главы администрации муниципалитета Олега Дмитриева, в целом строителям удается выдерживать заявленные графики. Работы должны завершиться до конца года.